Женя, что происходит? Почему ребята не в форме? Потому что они едут в поход. Майк. Куда? Они едут в Крым, наверное. Наверное, тоже. А ну, кто едет, поднимите руки. Здрасте, папа. Поднимите руки. Классная штука. Жорик, ты еще будешь переодеваться? Да, я тут для ночью, потому что успею дома съездить. Что ты делаешь, Сережа? Я стараюсь написать, что мы делаем в лицее. Боря, конечно. Два квадрата. Два, мы вдвоем брали. Может, тебе попасть поставить? Все-таки подарить мне. Начнем. Прощайте, прощайте на вечные веки. Зажат в кулаке долгожданный билет. Забудьте, забудьте о том человеке, которого знали вы тысячу лет. Забудьте, забудьте о том человеке, которого знали вы тысячу лет. Забудьте того, кто по мелочи жался и книжки глотал о великих делах. Забудьте того, кто всю жизнь отражался одним отражением во всех зеркалах. Забудьте того, кто всю жизнь отражался одним отражением во всех зеркалах. Спешу я туда, где пустыни и горы, где море кипит и шумят города. И если вернусь я, то очень не скоро, а прежним уже не вернусь никогда. И если вернусь я, то очень не скоро, а прежним уже не вернусь никогда. Там сменится все от триумфа до краха, от тягостных слов до счастливых примет. Сердце щемит от восторга и страха, и знаю прекрасно, что мы пора нет. Поставьте же крест на страдальца убога, который сбежал, оборвав поводок. Прощайте, прощайте, пора, путь дорогу даю, напоследок протяжный гудок. Прощайте, прощайте, пора, путь дорогу даю, напоследок протяжный гудок. Тяжело иногда нитки ловить. Михаил Иванович, добрый день! Я рад вас видеть. Хорошее настроение, с хорошей погодой и в солнечном Крыму. Витя, иди сюда.
загружаются. Прогулка занимает, скажем так, минимум это 3,5 часа. Я понимаю, что мы сейчас делаем легкий перекус. Вон стол. Стол. Холодно будет, одевайся. Они кому? Коля. Кому? Кандиба. Кому ты из математики? Кому? Руслан. Вышел. Идем в облаках. Только палатки, классно. Сейчас поставь дома в палатку. Ну что, оно того стоило? Нет. Юра с Борей пошли Колю вытаскивать. Коля еле залазит. Ну как, Коля, стоило это делать? Да, это того. Это все, что ты можешь сказать? Не целуй землю. Мы его теряем. Что он назад скатится? Третий раз. Вставай. Коля не уронил воду. А я уже поразговариваю. Она влажная. Там мы на... Влажная. Мы на вещах. Ловить. Ловлю. Там нет ничего хрупкого. Есть. А у меня не промокает. Очки. Ложись. Аккуратненько кидай. Роса на паутинке. Или камни корни. Зачетно, пипец, я могу в футболке быть, а тут снег. Это Крым. Здесь все возможно. Два братика. Холодно. Дальше снега будет больше. Снег идет. Кому-то было не лень, там не тащили. Какой снег? Я скажу самое простое. То, что вот когда я учился в школе, то мне говорили, что человек пришел от обезьяны. И не дотались на жуткость, да? Было такое, теория Дарвина. Да. Слышали. Когда вы учили в школе, была и другая версия.
божественного. Чтобы все прошли до дома Евы. Была такая? Да. Родили какие-то опыты. Какой-то биомасса. То ли им надоело, то ли финансирование закончилось. Не знаю. Они улетели. Теперь периодически к нам прилетают. Кое-кого из них выдергивают. Из нас выдергивают. Забирают к себе. А через 3 дня возвращают. Читали? Слышали? Слышал, да. Слышал. По телевизору масса передач. Да. Очень хорошая отмазка. Почему не было в школе 3 дня? Мамонт, почему вчера не был в школе? Инопланетяне забрали. Инопланетяне забрали. Четвердак – это один из космопортов. Да, снимаем. Ничего не скажешь. Эклезиборон, 1527. Вот многие годы, столетия, тысячелетия, это считалось высшей точкой Крыма. Что это вершину в хорошую погоду видно из Симферополя, видно от Джанкоя, видно с Алушты, видно из Евпатории, видно из Севастополя, видно из Судака. Сегодня все, ну, в половине 8-го мы приехали на Симферопольский вокзал. Часов так до 9 мы сидели по вокзалу. Мы сели в троллейбус и поехали в город. Вы сидите, что эти шоу устали, холодно, сыро, кушать хочется. Вроде как это было. Так что мы сейчас пойдем по этой дороге, которую строили. Больше посидим. Ну что, Коля, пойдем дальше. Тут так классно сидеть. Вон здесь следующее вот это. Понадоест. Ладно, подожди, прикрепи. А, ну да, давай. Thank you.
Как вы себя чувствуете после первой ночи? Холодно было очень. Сначала не сильно плохо, но в лесу спится хорошо. Прохладно, правда, немного было. А тебе? А я постоянно просыпался, потому что нос был холодный. Подъем! Холодно? Да. Почему никто не встает? Потому что еще рано, и все хотят спать в своем теплом спальнике. Доброе утро всем! Доброе утро, Михаил Иванович! Первые пролиски. Не умытый, в кино сразу. Он дрогнул меня. Он спит. Сначала снимаем голодные лица. Теперь снимаем тарелки. Можно. Приятного аппетита. Утро, каш. Что здесь с продуктом? Тушенка. И плавка. Сколько тушенки? 6. 6. Одну банку коли. Доставай, давай, быстрее. Одну банку коли. Одну банку Сереженьки. А что у тебя, блин? А прогреемся сейчас. Да, мы овсянку кушали. Что случилось? Коля подвернула. Так, давайте, наверное, может, Михаил Иванович, может, этот бинт эластичный. А дальше я не знаю, что вы сразу эластичный бинт. Мама, это не бинт. Руку. Сейчас придет. Если он держится. Дети. Первое. Где? Они на стол. Юра. Сейчас придет. Эй ты. Это не такие штуки, из которых ожерелье делают? Нет, не буква. Может быть, это там буква спит собачка? Нет, не буква. Буква Б? Это не бутербро. Может быть, бутылка? Да. Ура. Так, давай, загадывай. Нет, не делай. Есть контакт. Раз, два, три. Деталь? Нет. О, на меня прям камера светит. Национальность. Нам туда. Понижение, которое сейчас открылось. Специально для вас, оно сейчас закроется. Смотрите. Нет, нету. Не было даже. Нет, это еще не падает. Женя, твои впечатления? Доходяги. Отлично все. Зачем меня? Да, смотри, труда нам. Да.
давайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Юра, давай. Вкусно? Но в России не могу говорить. Сапогами. Йо-йо-йо, комбат орёт, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат! Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он, последний вагон, самогон, нас таких миллион. Во-о-о-о, я солдат. И я знаю свое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна. I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier, I'm soldier. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Ты приготовился к дождю? Да. Ты взял на одну больше. Говори, что ты думаешь? Что ветер холодный. А что Коля думает? Ветер, да нормально, холодный. Все. Ну, быстрее бы до лагеря добраться. И ты тоже хочешь в лагерь? Поскрипь, я вообще спать. Ни о чем не думаю. Хочу кушать. Я думаю, погода хорошая. Во всем виновен твердый знак. Thank you.
Душно над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрашен. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки. Где-то в степях зацветает полынь. Там за хребтом мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрашен. Руслан, что это будет? Карамелька. Докладываю. Они подходят под северный демиржи. Калибошин? Да, дождя нет. Собираются уже становиться ночевать. Значит, и у нас скоро кончится. А завтра будет видно. Ясно. Бучинская группа, дождя нет. Шакуров, дождя нет. Это мы, гречники. Это после вчерашнего. Гречники. Лёш, у вас месяц полиэтилен, который мы клеили? Лук вообще ничего не весит. Да, лук вообще ничего не весит. Только воняет, и все. Запаковывайте. Это моральная травма. Давайте так, вы сразу определите, что вам надо подтянуть, а что мне надо подтянуть. А не так, чтобы не успели отойти 10 метров и начинается. Ой, надо... Блин. Все, готовы? Нет, подождите. На север. Мы пойдем на север. А может? Так же его много. Не, ну просто по сравнению. Я пишу. Тут две лавочки. Их опускайте, подходите там, где будет лавочек 4 на ровной площадке. Привет. Меридиан, Миша. Ну тебя же здесь нет на посту. Таможня дает добро? Да, но главный таможник сидит дальше. Теперь слушайте, что же касается водопада. Высота водопада 16 метров. Всего лишь пятиэтажный дом. Мало. Расход воды в водопаде, среднегодовой расход воды, сейчас больше, весна. Среднегодовой расход воды 270 литров в секунду. Каждому из нас на голову каждую секунду выливают 2 ведра воды.
Ну так, примерно, да? И дана, чтоб души внимание не дремало. Человеку важно знать немало, оттого дорога и длинна. Человеку важно знать свой дом, весь свой дом, а не один свой угол. Этот дом замусорен и кругл, чердаки в нем крыты белым льдом. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Иногда в дороге нам темно, иногда она непроходима, но идти по ней необходимо, ничего другого не дано. Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Дёня, что сегодня на ужин? Вы же дежурные. У нас будет рисовая каша с тушенкой. Рисовая каша сладкая, больше нравится. Thank you.
А, мама. Что, подлечил ты репутацию, мама? Да. Ты у меня чуть мокрый. Вот сейчас мы находимся вот здесь. Подходим к этому палатку. Там стоящая палатка стоит. Переодеваемся и по асфальту 3 метра. А до... здесь подъем? Нет. Это вот, вот оно. Всего вот сколько осталось? 10. Ну, примерно те же 10. Вы считаете по времени, сколько вы сегодня шли? Мы вышли около 10, да? Все? Я еще реально. Давай. Крепче. Очень полезно. Для здоровья. Крепче. 5-дневной давности. Очень полезно для здоровья. Все. Говорят. Динозавр. Ах, ты сори! Больно до ужаса. Смотри, как она. Содрала кусок кожи. Да. Thank you.
Мы спустились с гор. 2 часа назад выглянуло приветливое крымское солнце. Но для нас Крым останется страной дождей и туманов. И вот напоследок хотелось бы спросить ребят, что им больше всего запомнилось в походе, что им больше всего понравилось, что они хотели бы повторить, а к чему не хотели бы никогда возвращаться. Что мне больше всего запомнилось? Да. Снег на Читердаге и сегодняшний день, когда выглянуло солнышко. Очень приятно. Ну, я бы хотел, наверное, чтобы побольше было сгущенки, да, и утром овсянки. А запомнилось больше всего то, что никогда в жизни столько не ходил, и вышло все очень, конечно, хорошо. Ну, больше всего запомнилось, что вот снег на Читердаге. И думаю, вот прошлый переход, вчера, который был, он как бы самый легкий был, я вообще бы не устал. Вы, наверное, уже узнали, кто это. Ну, мне больше всего запомнилась грязь, как мы ходили по грязи. Вот это самое интересное было. Еще мне понравился Читердаг. И все. И еще водопад Джур-Джур. Ага. Пока до меня дошло, все уже сказали. Ну, мне понравилось дождь. И классно было. Побольше грязи. И сгущенки. Все было хорошо. Только дождь иногда портил настроение. Последний сегодняшний переход, когда мы поднялись на высоту и увидели солнце первый раз за эти дни. И после их плохой погоды на протяжении 4 дней выглянуло солнце и увидели ясное небо. А изменить бы хотелось. Мамонт прав, побольше грязи, сгущенка, перемешку лучше. Мне понравилось, что была плохая погода в начале. А так понравилось, что сегодня был хороший переход, легкий, было интересно. Много всего интересного увидели. Понравился водопад Джур-Джур и снег на Читердаге, как уже все говорили. А мне больше всего запомнилось водопад Джур-Джур, снег на Читердаге. Ну и сам второй переход, он был самый тяжелый. Ну, пожалуй, запомнился весь поход в общем, потому что был, ну, тяжелые переходы были, и в том числе много впечатлений, в том числе снег, водопад, и все это в майские праздники, и за 5 дней мы прошли довольно большое расстояние. Ну, в общем, все запомнилось, весь поход. Больше всего запомнился снег на Читердаге. Конечно же, как все говорили, Джур-Джур, водопад. Но и мне хочется дополнить ящерицы, которые мы сегодня ловили. Это было самое запоминающееся зрелище. То, что хотелось бы изменить, у меня такого нет. То мнение, что надо что-то изменять. Это испытание, которое мы должны пройти все, и мы его прошли все на отлично, мне кажется. Больше всего мне понравилась вторая стоянка, потому что пошел дождь, и мы не пошли в третий переход. Второй переход был очень сложным, даже самым сложным. Мне еще понравился водопад Джур-Джур. Коля, а если бы второй раз пришлось идти в этот поход, ты бы пошел? Да, пошел бы. Ну, хотелось бы сказать одно, что невзирая ни на что, ни на капризы погоды, природы, плохое настроение, все прошли, никто не заболел, сопли не сморкаются, аптечкой не пользовались. Это то, что самое главное. И действительно, каждый по-разному показал, кто он есть. Кто-то более активен, кто-то менее активен. Но в любом случае, все мы прошли. И я думаю, что мы единственная группа, которые прошли маршрут, тот, который намечался. Мы победили. Ура! Что-то жиденькое, ура! Жиденько? Ура! 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 Все уже устали. Новым годом! Закон дороги простой, шагай вперед не спеша, и пусть верста за верстой внемлет дороге твоя человечья душа. Да, снимаются такие.